Хей, всем хай, с вами Галиант, и мы продолжаем играть в Обливиан. В прошлой серии мы закрыли с вами город Анвил. Анвил, кажется, так называется именно гильдию магов. И теперь мы должны выполнить задание в гильдии магов города Скингарад. Я надеюсь, с вами закроем какой-нибудь еще городишко. И я, на самом деле, даже не знаю, куда нам идти. Но нам нужно найти какого-то мага. У него есть дело к нашей вот этой вот руководительнице Адриане. Погнали его искать. Опа, сюда? Да, нам на выход. Он где-то, походу, не в городе. Потерялся мужчина, потерялся. Я хочу вступить в Академию магов, стать офигенным магом, и потом уже идти по сюжету, либо по дополнительным миссиям, там уже посмотрим. Проходите игру, мы все равно будем долго. А это одно задание, нам сюда. Нам сюда. Интересно, где он сейчас находится? Так, он не в таверне? Так, тут у нас починка, нам починка, в принципе, не нужна. Я не посмотрел в той гильдии, в новой, Сквидварде. Ой, город Сквидвардов. Нам что, сюда? А, нам вниз. Ёптою. Это страшно. Тут же нельзя умереть от падения, да? По идее, можно, но... А, аккуратненько, аккуратненько. Погнали. Нам не сюда, подождите. Мне нужно выбрать задание, рекомендация. Я забыл. О всем я забыл. Твою налево. Твою за ногу. Ладно, сейчас найдем. Простите меня, простите. Бывает, бывает. Нам обратно в гильдию магов. Привет! Привет! Что тебе, стажер? Да, как поживай? Что? Кто ты? Так, Клартир. Я не хочу распускать слухи, но он кажется мне слишком странным. Однако его здесь терпят. Нет, а где он? А, она мне ничего не сказала. Ты. Я слышал, ты получил весьма непростое задание от Адриан. Да, Галтртир. Я не хочу распускать слухи. Но он кажется мне слишком странным. Ладно, слухи. Гильдия магов нажила себе много врагов с тех пор, как некромантия была запрещена. Угу. Эртор. Вполне нормальный парень, думаю. Но после прошлогоднего жуткого случая со Скампом, Адриан велела ему практиковаться где-нибудь еще. Где-нибудь еще означало где-нибудь подальше. Он перебрался в пещеру «Унылая равнина». Работал там и появлялся в городе два раза в неделю, чтобы отметиться. Однако его уже давно здесь не видели. Понял. Так. Давай, пещера «Унылая равнина». О боги, я что-то не могу вспомнить, где она находится. Какая жалость. Угу, понял, ты не знаешь. Я... Ох. Что ты? Пещера «Унылая равнина». Это к северо-западу от Скинграда. Вот, видишь ее на карте? Эртер удалился туда после того, как Адриен сказала ему, что он больше не может заниматься в здании гильдии. Она, наверное, даже не помнит об этом. Возможно, для тебя будет лучше, если она вспомнит об этом. Особенно о том, что это была именно ее идея. Ну, пойду напомню. Мне что, проблема это сделать? Пока. Ты за рекомендации, полагаю? Но прежде чем я напишу ее, мне нужно поговорить с Эртером. Так, пещера «Унылая равнина». О, я помню, что рекомендовала ему перебраться туда. Нам, вероятно, следует побеспокоиться о нем, не так ли? Под нам? Я имею в виду тебе, конечно. Кое-чем я могу помочь. Вот базовое заклинание огненного шара. На случай, если тебе придется защищаться. Я буду здесь, когда ты вернешься. Удачи. Да, вряд ли придется. Я и так сильный, так тихо. Ничего не говори, пожалуйста. Мне нужно 9 магии. Вызов скелета и заклинание у меня. Но мне это не надо. У меня есть заклинание слабо огненный. Не. Я же выучил заклинание с вами. Вспышка. Где она? Это
слабый огненный шар. Я же учил, помните, за 400 голды покупал. Меня обманули, меня на деньги развели. Ладно, погнали отсюда. Так, куда нам? Телепортом быстрее будет. Путешествие из этой локации невозможно. А из этой? И до конюшни, чтобы сразу из города выйти и не оббегать все это. А как не попасть туда наверх? Просто бежать в ту сторону? Через горы, через поля. Я не понимаю одну вещь, куда делось мое заклинание, которое я покупал. Я точно помню, что я покупал с вами в прошлой серии. Угу. Меня жестко обманули. Так, может быть, оно у меня тут, в этих... В оружии? Нет, нету. Да ёб твою за ногу. Если кто разбирается, куда делать заклинания, которые я купил, объясните, пожалуйста. Может быть, я его изучил, но мне не хватает умений и навыков, чтобы его использовать. Возможно. Через горы и поля мы бежим тут ни в куда. Немного пустовато, вам кажется? Там реально пусто. Есть травка, но монстров никаких. А вот и олени подъехали. Два оленя. Ну, хотя игра старенькая, ладно. Чего-то не хочу, да? Все должно быть забито монстрами, волками, зайцами. Вот этого я хочу, да. Ладно, ладно. Мастер по клинкам может применять атаку. Да ладно, все. Погнали. Ага, это наш чувак, да? Опа, нет, это не наш чувак. В принципе, наш. Но не в хорошем плане наш. Ёб твою за ногу, какой же ты крепкий. Навык разрушения повышен, это здорово. Но тут... Ёб твою за ногу. Решил подефать удар. Опа, разводим. Разводим. Нет, это так не работает. Я все-таки маг. Тихо. Лови. Еще лови. Будьте так любезны. Ну, до свидания. Если тут в этой пещере все такие зомби, то мне куда-нибудь отсюда надо уходить. Если тут таких будет еще один или два, я не знаю, что с ними делать. Зомбак еще один. Так, вызов предка. Нормально? Нормально? Собака. Собака сутулая. Конечно, ты не собака. Ты зомби, но все равно сутулый. Не нравишься ты мне. Когда-то я был таким, но потом мне прострелили колено. Лови. Ну, зомбаками пято то, что они медленные. И рывками можно уклоняться от их атак. Мне кажется, тут от всех атак можно уклоняться рывками, кроме некоторых заклинаний, да? Я как понимаю, я выбрал задание не по своему уровню, поэтому мне так тяжело. Так, ебать. Тихо, крыса. Опа, лови. Пожалуйста, немного осталось. Еще два удара по нему. Промаханулся. Ой, мое сердечко чуть не остановилось. А где я должен был так развиться, чтобы... Нет. Тупой. Вот почему мне никто не сказал, ребят, что я использую не то оружие? И вот тут надо было искать заклинание.
Нет, это мне не надо, подождите, мне шок не нужен. Я шок не покупал, это точно. Так, ладно, поехали. Бью. Простите, я думал, я дамажу, сорян. Я думал, я наношу урон. Я прошу прощения за то, что я думал о себе как о чем-то великом. Ноль зарядов. Я твою за ногу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Должен убить, нормально, все окей, нормально. Совсем пошел я не туда. И куда ведет меня тропа, никто не знает. Кстати, вот это жалко в игре, то что они мобов делают не под уровень, а по локациям. И хотя бы могли бы обозначить как-то, да, что вот тут вот верано быть. А вот тут вот самое то. Я бы начал тогда с другой гильдии, а раз уж тут делаем задание тут должны закончить. Так, здрасте. Блядь, нет, там еще зомбак. Куда ты их набрал, мужик? Откуда ты их набрал? Что такое? Я думал, это металл. Ну, сейчас как соберем руду, как станем богатыми с вами. Ладно, поехали. Ничего интересного нет, зато есть зомбак. Один? В принципе, один. А могу я пролезть через него? Лучше не надо. Просто если бой начнется, там дальше, я буду отступать назад, то сзади меня закроет зомбак. Нельзя зажимать. Нормально. И дальше огнем. Зажарим его. Корочкой. Нормально. Мне надо в городе продаться будет. Потому что у меня есть тяжелые вещи. И по идее я сейчас ничего хорошего забрать отсюда не смогу. Сижу с открытым ртом. Не боюсь куда-либо я идти. Потому что здесь правят мертвые. Всем хай. Есть мертвецы еще? О, ходит собака. Так, ты один? Ты один. Нихера ты не один. Ты нихера не один. Я думал, ты решил меня оправдывать и быть одним. Нормально. Дробящее оружие, навык улучшен. Тут честно сказать, тебе такие навыки вообще не нужны. Давай сюда. Я вообще-то маг. Я не знаю, зачем мне дробящее в руках. Но как-то тут нет боевого посоха. Это быть магом. С дубинкой. Я хотел быть Гэндальфом. Но Гэндальф ходил с чем? С мечом и с боевым посохом. Током бил. Посох. Ну и Гендальф тоже током бил. А этот ходит, блин, как дурак. Так, что там у нас по идее? Так, закусим всем. Всем, чем ей закусим. Я давно персонаж не ел. Сухради, надо избавляться. И выпьем зелье. Зелье лечения. Нормально. Мне хп уменьшается. Нормально. Так, сейчас сильнаемся еще. Вот сейчас нормально. Я переел, походу. И жиловод немножко лопнул. Давай, друг, нападай. Смерть. Я внесу смерть всем зомбакам. Закончилась выносливость. Нормально.
У меня конь же, я же коняра. Под знаком коня рожден. Поэтому у меня с выносливостью проблем нет. До свидания. Саша сальтуху сделал. Вот если бы еще на ноги упал, получился бы бэкфлип. А так плохо. О, это же мой друг. Здорово. Ты? Откуда ты здесь? Этих ужасных тварей больше нет? Я с места не двинусь, пока они поблизости. Жуткие твари. Согласен. Да в хате, что ли, они? Так, 11 золотых. Это мне, да? А, ну я всех убил. Я всех забил. Я не помню, чтобы я кого-то в живых оставил. Поэтому да. Так, это все его. Это его, это его. Это принадлежит ему. Не могу ограбить. Так, дружище, поговорим? Что тебе, стажер? Эти твари ушли? Я хочу выбраться отсюда. Я сижу здесь уже много дней. Я не осмелюсь даже пошевелиться, пока все они не будут уничтожены. А, друг, я всех уничтожил. Тут никто не ходит, мы же видим, да? Никого нет. Тут у нас что? А, тут был какой-то проход. Я же отсюда пришел. Я уничтожен. Подожди. Я всех уничтожу. Тут я всех убил. Так, мужик, ты меня обманываешь. Вот тут был проход. Вот я не дам. Все, понял. Спасибо за информацию, мужик. Двое там бежит, что ли? Нет, один нормально. Ух. Я думал, там второй еще бежит. Я бы двоих не осилил. Я повел бы их на Эцо. На Этос. Как его зовут? Эти. Этос. Я какой-то накачанный маг с дробящим оружием дерусь. Мне нравится, что у них ХП залагано, и непонятно, когда они умрут. Было бы чуть сильнее, хватало бы двух выстрелов. Ну страшные твари, прям очень страшные. Еще есть? Так, еще 11 золота. Больше ничего. Да, я всех убил. Ну хоть идти обратно до него недалеко. У меня вот тут проходик есть. И, по идее, мы закроем сейчас эту гильдию. 20 минут, в принципе, неплохо. Где он? Куда пошел? Ее больше нет? Я могу выйти из этой пещеры? Ох, спасибо тебе. Я так благодарен. Ты ведь возвращаешься в Скинград, правда? Можно я... Могу я пойти с тобой? Так будет безопаснее, я думаю. Что скажешь? А, хорошо, иди за мной. О, спасибо. Так любезно с твоей стороны. Я буду у тебя за спиной, погнали. Не могу дождаться, когда вернусь в Кинград живой и здоровым. А еще ты можешь идти за мной. Спасибо. Откуда здесь нежить? Ты же в этой пещере жил все это время. Он тебе там даже удобство создал, потайной проход открыл. А в итоге что? В итоге появились нежити и решили его сожрать. Неприятно, неприятно. Так, никто не появился новый? Я думал, вот этот кто-то стоит. Ладно, ладно, бывает. Так, побежали обратно. Нам туда. О, это что такое? Это одна из молитв? Судьба героя станет известной, когда герой станет знаменитым. Ага. Ты будешь известным, когда тебя будут знать люди. Много людей. Ты будешь популярным, когда ты будешь популярным. Когда у тебя будут поклонники, да, сорян, правильно сказал. Ты будешь весить меньше 100, когда ты весишь 90. Эти, знаете, камни с очевидными вещами, они везде по всему миру раскиданы.
Известный герой становится известным, когда он становится известным. Ладно, окей. Запомни эту фразу, она мне пригодится. Нам нужно зайти, потом будет после гильдии, в магазины, попродавать шмотки и купить себе что-нибудь новое по обноскам. Конюшня, приятное путешествие. Дорого, дорого. Это путешествие будет приятным, когда конь будет стоить меньше 100 голды. Тогда оно будет приятным. А вы представьте, если бы в игре ее кормить еще надо было бы? А правильно содержать. Тоже паскуду правильно не содержи. Не содержать. Она, блин, паскуда паскудная. Привет. Здорово. А подожди, это ты? Нет, это не ты, нам туда наверх. Что я могу сделать для тебя? Так, Эртор. Он. Ну, он забавный парень. Так, подожди, рекомендация. Я поговорила с Эртором. Похоже, с ним все в порядке. Хорошая работа. Как только улучшу минутку, прослежу, чтобы твоя рекомендация была отправлена. Как я уже сказала, я очень занята. Но я скоро сделаю это, уверяю тебя. Задание завершено. Рекомендация от Скингарда. Чем я могу заинтересовать тебя? Вот, у меня уже было обжигающий удар, стоит так дорого. Огненная буря. Я хочу себе огненную бурю. Урон огнем 75, единицы на 15 футов на цель. Огненный шторм. Тепловой взрыв тоже хочу. 1000 стоит, блядь. И цены. Давай вот так вот. Тепловой взрыв, сколько там у тебя стоит теперь? 800, блядь. Все равно не хватает. Все равно не хватает. Тебе нужен я. Так, чему ты можешь меня научить? А, всегда ты... держись. Нет, 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 нет. Я понял, что посох гномов — это посох гномов. У меня лучшие товары, самые низкие цены во всем Сиродиле. Испепеляющий взрыв. 110 единиц урона. А, это сколько они маны требуют, да? Ебать. Огненный шар. 112 единиц магии требуют. Это... Что я могу сделать? Ничего. И тебе всего наилучшего. Привет. Квартир стал еще более странным, чем всегда. Да. Так. Знание — сила. Не, мне мистицизм не нужен. Что у тебя есть по покупкам? Чем я могу заинтересовать тебя? Огненная стрела. Вот это мне надо. Да, я хочу купить огненную стрелу. Это неприемлемо. Торговля. О, нормально. Окей. Удовольствие. А, ну, удовольствие со мной торговаться. Просто почти бесплатно вещь забрал. За даром. Так, это сколько? Это вечера или утра? Ой, это ночь. Так. Ночью жить плохо. Лучше... Все кончено. Сколь веревочки не виться, я конфискую все, что украдено. А теперь выбор за тобой. Заплати штраф. Что? Или я упеку тебя за решетку. Сколько там штраф? Заплати. Жаль, у меня была надежда, что ты окажешь сопротивление при аресте. Сколько там штраф? Хорошо. Процедура такова. Идем в замок. Так, подожди, мне загрузиться. Подожди. Сань, мужик. Так. Мужик, не трогай меня, а. Я вообще ничего плохого не делал. Ты даже, в принципе, да ёб твою налево. Я не знаю, кто ты такой. Твою за ногу. Гидрит тебя, заклотить. Давайте я все продам. Кто это? Так, это скупщик краденого. Блять, он не работает. Салют! Здорово. Есть куда все сложить? Так, давайте все сложу. Все краденое, где оно? Блин, у меня так много краденого. То давайте это выпьем. Интеллект уменьшен. Интеллект уменьшен. Куда ниже? Куда ниже? Я, блядь, не могу. Куда еще ниже? Окей, сюда.
Доклад убираем. Песню убираем. Это все оставляем. Это убираем. Вообще ничего не воровал, блин. Пишу так, как будто что-то ворую, да? Ткань берем. Ну, нормально. Вот только относится ко мне плохо, блин. Поживает, а хорошо, относится ко мне плохо. Кстати, у кого такой ковер? А ну признавайтесь в комментариях, у кого такой ковер? Где Эртор? Что-то давно он не попадался. Так. Все кончено. А чё за страх? Я вообще ничего не украл. У меня даже ничего ворованного приветствую нет. Приветствую тебя. Что? Что происходит? За что меня бьёшь? Вот ебал. Что за бред? У меня нет ничего сворованного. Как это работает? Привет. Какая радость для меня, правда? Квартир... Ты из другого города, мужик. Я, у меня нет ничего краденого с собой. Просто все краденое, смотрите. Убираем. То, что есть краденое. И то это не воровал. То нету больше ничего краденого. Нету, нету ничего. Только тут внутри этой фигни. А этот стражник, он меня преследует. Давайте постою немного. Ждать. Вот он сейчас появится. Штраф начислен. Что? 8? Ой, 8 монет. Как поживаешь? Да не очень, бро. Кто? Почему на меня нападают? Здесь больной псих. Согласен. Бить его нафиг. А, тебе не одолеть меня. А это кто такой вообще? Что происходит? Подожди. А реально, что происходит? Кто это такой? Не понимаю, ладно, пофиг, давайте подождем утра, все. Это, похоже, был какой-то сюжетный момент, который я не понимаю. Какой-то чувак решил меня убить. Из-за этого меня привели в замок, он на меня напал, но его убила стража. Понимаю. Так, окейшки. Ты больше все сюда. Сейчас найдем таверну, где можно продаться. Точнее, скупщика. Хочу продать все свои вещи, которые у меня есть. А батику ушло, прикольно. Нормально. Запрыгнули. Это сон. Тут ничего не покупает. Скупщик там впереди был. Потом скупщик. Даже отмечено. Скупщик. Скупщики должны покупать все. Абсолютно все должны брать. Добро пожаловать к Коловианским торговцам. Лучший в Скинграде выбор ходовых товаров. Я Гандер. Дай мне знать, если тебе что-то понадобится. Так, мне нужно продать тебе все, братан. У меня лучшие товары, сам. Не-не-не-не-не-не. Ты не понял. У меня лучшие товары. Тебе повезло совершить выгодную торговля. Тебе стоит подумать. Подумать немножко, да? Ну давай, давай я скину вот так вот. Сделай мне предложение. Да окей, давай еще чуть-чуть пониже. Это неприемлемо. Ну ладно, понимаю, братан. Так. Я не могу позволить. Ну чё ты такой? Ну, нормально, хорошо. Так, ну, значит, можно немножко выше поднять. И продать ему вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Это... О, значит, можно еще повыше поднять. Я же тебе нравлюсь, да? Ты ведь понимаешь, что такая сделка... Да, согласен, хорошо. Это честность. Хорошо, понимаю, я все понимаю. Просто понимаешь, мне деньги нужны. У меня с деньгами вообще туго сейчас. Я там магом хочу стать, а у магов...
Ну, у магов там все проблемы с деньгами. Давай я тут подниму немножко. Это же все-таки... Ты пытаешься разорить. Ну ладно, ладно, понимаю. Невыгодно. Нет. То 10 ты хочешь, чтобы я тебя скинул или что? Тебе повезло совершить выгодную сделку. Ты тупой? Ты за то же самое... Ты за то же самое купил. Так, зелье волшебства. Установление магии 100 единиц. Сильное зелье лечения оставляем. Слабое зелье волшебства оставляем. Слабое зелье лечения. Давайте продам 3. Слабое зелье неверия. Так. Обаяние. Огненные щита. Передышки забирай все. И слабое зелье силы. Мне кажется, я могу немного поднять цену. У меня на соотношение все нормальные стали. Я не могу. Ну ладно, ладно. Вот так вот. Я не могу. Ну ладно, ладно, ладно. Эль продам тебе и яд недомогания. Недомогания. Давай возьми у меня костную муку. Эктоплазму возьми у меня. Это все мое уже. О! Что-то дорогие книжки есть, да? Заклинание шока, ты у меня по дешевке покупаешь. Ну, в принципе, крохотный камень души продам. Все камни души тебе... продам. У нас с вами получается 820 монет. Это честная сделка. Можешь думать все что угодно. Спасибо. Дай тебе спасибо. Удачи. Так, закупаться я пока не буду, сорян, за использование заклинания. За использование заклинания в твоем доме. Но у нас есть с вами другое заклинание теперь, новое. Это огненная стрела. Я смотрю, сколько она берет маны. Ой, она половину маны берет, но там дамаг вырос. Там дамаг вырос хорошо. Теперь нам нужно будет думать в следующих сериях, как поднимать запас маны. А, в следующей серии, мы знаете, что будем делать? Мы пойдем в новый город. Нам нужно... Так, вступление в гильдию магов, карта, и нам нужен следующий город. А следующий город будет вот этот вот, Брума. А на этом мы заканчиваем, всем огромнейшее спасибо за просмотр. Кому понравилось данное видео, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, рассказывать видео своим друзьям. Всем удачи и до скорых встреч. Всем пока.